нас номер 1314. Открывается магнитным ключом. И сейчас я вам покажу наш номер. Номер небольшой по сравнению с египетскими номерами. Есть тумбочка для чемодана, телевизор, зеркало, столик, мебель хорошая, мебель новая. Вот шкафчик есть. Давайте посмотрим. Три плечика на троих. И здесь еще три плечика. Сейф платный, $2 стоит. И еще такие вот отделения. Так, пойдемте дальше. Холодильник, мини-бар. Заполнен при заселении. Вот. Вот он холодильничек. Есть 4 сока, 2 напитка маленьких и 1,5 водички. И формочка для льда. Так, телевизор нормальный. Двуспальная кровать, телефон, 2 тумбочки. И что самое интересное, это стандартный номер. Здесь все стандартные номера, они все одинаковые. И есть еще одна комнатка. Кондиционер, вот обычная сплит-система. Есть еще одна комнатка для ребенка. Здесь можно разместиться или одному человеку на кровати. Если у вас заехало 2 плюс 2, то еще вот это раскладывается кресло. Вот светлая такая небольшая комната с окошком и с выходом на балкон. Но на балкон мы зайдем позже, а сейчас давайте посмотрим санузел. Санузел, все продезинфицировано. Есть бумага, есть фен, работает. Ватные диски, палочки, шапочки для душа. Есть мыло, водичка тоже есть. И душевая кабинка. Душевая кабинка, кстати, такая просторная. Вот. И в душевой кабинке у нас еще есть шампунь. 2 штучки. На троих, конечно, ну, 2. Ну, ничего, хватит. И один комплект полотенец. Вот запакованные в целлофане. Их тут, если не ошибаюсь, 4 штуки. Ну, это как бы маловато. Ну, давайте тогда еще посмотрим на балкон. Кстати, насчет интерьера довольно неплохо. Картина с голубенькой рамочкой, голубенькие шторы, стул с такой же обивкой. То есть какое-то чувство стиля было. И сейчас мы выйдем на балкон. Кондиционер, конечно, на балконе слишком шумит. Есть такая сушилочка для ваших вещей. Столик и 2 кресла. Что касается вида, у нас вид открывается на ресторан и на соседний корпус. Можно с соседями очень тесно общаться.